Сегодня поехали по Серебрянке, кибами. 45-й или 67-й километр, не помню. Шли, народу очень много, больше, чем на промысе обычно тусуются. Вот прошли, шли долго, ну, кибов не было. Сейчас шли на полянку и уже собирали вот пол ведра, ой, пол короба грибов у меня есть. Такие красивые. Такая здесь красота. Рыба идет. Я их видел. Я их видел. Какие надо собирать рыбы? Красивой сережки в красивом мху. Такая у нас природа. Тундра, сопки голые. Деревьев вообще очень мало. Это 40 километров по Серебрянке. Только запахнуть. Так. Какой громадный камень. Вокруг камней растительности почему-то нет. Зальцово здесь. Красотища. Уже прохладно, не очень было. Плюс 1 градус был. Немножко так вот позамерз, не знаю. Вроде таких прохлад не обещают. Я думаю, что еще насобираю грибов. Чернику здесь собрали все. Поэтому я не люблю ездить в такие вот места. Вроде едешь далеко, а народ здесь больше, чем на промысе, еще где-либо.